Всем привет! Мы приступаем к заключительному дню тестов. У нас остались еще некоторые дела. Осталась новая резина, чтобы ее потестить. Так что обязательно сегодня выскочим на трек. Ну а к вечеру уже будем собираться в Москву и плотно готовиться к сезону, который стартует совсем скоро. BMW или Mercedes? Mercedes. Новый китаец или американец с пробегом? Старый немец. Ездить на такси или на BMW E60 после 19 владельцев? На BMW E60. Ну что ж, тачки грузятся на автовоз, а это значит, что наши предсезонные тесты завершены. Тачки в кондициях. В техническом плане все здорово, ну и конечно же пилоты тоже довольны. Мы отправляемся в Москву, чтобы уже финально подготовиться к началу сезона и выскочить на МРВ, поэтому до встречи на разгоне. Ну а все комментарии и реакции пилотов будут в новом ролике на YouTube, поэтому следите за обновлениями и за новостями. Стрелка тахометра никогда не должна доходить до желтой зоны шкалы.